Дроздова есть интересное учреждение под названием БИК – Содружество библиотеки и клуба. Именно сюда и спешила детвора на детскую программу, которая включала в себя много интересного. Но сначала ребятишки встретились с теперь уже любимой тетушкой Совушкой, которая постоянно придумывает разнообразные встречи, направленные на чтение художественных произведений. Я вам хочу рассказать, какие бывают книжки. Вам будет интересно? Да! Тогда сидим тихо. Ушки приготовили? Да! Тогда слушаем. Книжки бывают? Видите? Да! А самая большая? Вот такая! А у меня есть книжка с колосом и с телефоном. Вот! Видите, какие книжки? Книжка «Азбука». Библиотекарь Анна Шмелева-Михайлова, она же тетушка Совушка, всегда придумывает новые темы для детей, чтобы привлечь их к чтению. В этот день, после знакомства с размерами книг, она прочитала им вслух любимую сказку «Морозко». Дети с упоением слушали и смотрели на книжку с красивыми картинками. А затем ребята прошли в центр досуга, и здесь для них началась уже игровая программа. На самом деле расписан каждый день. Вот среда у нас день малышей и малышек. Приходят детки маленькие от 2 лет. Ну, бывает, иногда с мамами приходят им меньше. И где-то лет до 6-7. Потому что детки в 7 лет, еще им интересны сказки. И также они уже многое умеют делать сами. Центр досуга Дроздова существует уже более 10 лет. Сюда приходят не только местные дети и взрослые, но и те, кто приезжает на лето отдохнуть на даче. С каждым годом, во-первых, становится деток больше. Видно, как подрастают те, которых привозили в прошлом году в коляске. В этом году они уже самостоятельно приходят на праздник и улыбаются, узнают. Очень приятно. Вот. И на самом деле семейные. Мы стараемся не отделять мам от малышей, чтобы это было, чтобы они учились проводить время вместе. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.